Эхей, всем здорово, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Attila Total War за Западную Римскую Империю. Итак, на прошлой серии мы остановились на том, что мы потеряли ряд своих поселений, гуны смогли прорваться на нашу территорию, и на данный момент они стоят возле в провинции Реции Норик. Мы сейчас агентами всячески пытаемся их сдерживать. Тем временем мы пытаемся восполнить наши отряды, мы заняли как можно быстрее наши утерянные провинции, потому что сюда устремились и лангобарды, и алеманы, кто сюда только не пошел, чтобы попытаться занять наши провинции, и мне пришлось рискнуть вернуть их по-быстрому обратно. Но на данный момент есть угроза того, что гуны в любой момент могут напасть. Но пока все-таки агенты сдерживают, да, они нам не угрожают. Что у нас дальше? Дакия скапливает силы, по всей видимости, для удара в Фессалониках. Остготы у нас, нет, ошибаюсь, Вестготы у нас занимаются тем же самым. Сейчас мы сделаем, я думаю, пополнение в Дирайхии и отправимся тогда уже на Каринф. Что еще интересного? Мы с вами выдвинули наш первый легион на восток. Мы поможем нашим союзникам Восточной Римской империи в войне против восточных держав. Сейчас им довольно-таки очень туго тут приходится. Ну ничего, подкрепление уже на подходе, думаю. Ну что ж, давайте закончим наш ход. Так, Вестготы нам предлагает мирный договор, мы отказываемся. Там кто-то зашел, по всей видимости, то ли на наши территории, то ли там что-то грабежом стал кто-то. Кто? Самое что интересно. Смотрите, провинцию Восточной Римской империи, по всей видимости, сожгли гуны. Мы их втянули в войну. Либо гуны объявили войну Восточной Римской империи из-за того, что мы начали союзничать с ними. Так, гипиды мирный договор нам предлагают, мы отказываемся. Дакия. Задание провалено. Так, жених. Так, что там? Авторитет, личное влияние. Можно жениться. Так, тут хитрость минус один. Авторитет минус один. Отвергнуть. Так. Торговое соглашение с саксами у нас расторгнуто. Они покинули свою территорию. Вот оно что. Они устремились у нас кочевать. Так, то есть мы потеряли с вами нашего нашу марионетку, скажем так. Ну что ж, ладно. Так. Как... Так, это кто у нас тут на границах? Лангобарды стоят. Тоже, причем орда, видите? Все эти орды начинают нас грабить. Устроим еще раз, попробуем дезинформацию. Так, получилось. Даки на Тримонти пошли. Сразу двигаем наш легион дальше. Вот так вот. Потом... А, у нас еще, кстати, если вы помните, должна была состояться битва с Бретонией.
Я думаю, мы можем сейчас взять их в осаду. Довольно-таки интересно у нас должна была быть битва, но она показывает, конечно, наше преимущество. Нашу победу предсказывает. Но мы, я думаю, все равно поучаствуем в ней. Так, туман мы прожидаем. Сухая погода. Но при этом у нас снег идет. Самое что интересно. Так, а если еще попробуем пождать? А сейчас вот конкретный снег пошел. А сейчас туман. Ну, и все-таки вернулись к туману. Ну, ладно. Так, единственное, мы штурмовать не будем отсюда вдоль побережья, потому что там корабли будут нас обстреливать. А нам лишние потери не нужны, поэтому... Так, здесь, скорее всего, баррикада у нас будет стоять у врага. Мы разделим наши силы. Так, и сюда три отряда застрельщиков поставим. Тоже по два отряда туда, два отряда туда, конница. В принципе, без разницы, она в любом случае быстро у нас доберется до любой местности. Так, копейщики. Сюда. Нагры поставим здесь. Все вроде. Так, и вот баррикаду мы снесем. Хотя нет, давайте сначала снесем, наверное, эту башню. И выдвигаемся тогда на врага. Так. Враг приближается. Что такое? А, тут идет рельеф, да? Окей, наверх туда. Да, по башне, конечно, видимо, наша артиллерия не попадет никогда. Давайте обстреляем. Так, а тут, кстати, тоже нас встречают. Так, хорошо, время задействовать нашу кавалерию для обхода с флангов. Так, вот если мы вот сюда поставим шкурочников, обстреляйте нам. Ой-ой-ой, они вышли на нас. Отступаем, сейчас подойдет пехота наша. Или покарать наших застрельщиков. Так, все, здесь враг у нас отступает. Давайте тогда стрелков догоняем, убиваем. Надо захватить эту башню, раз мы ее не можем уничтожить никак. На
Наша засада обнаружена! Так, нам придется, скорее всего, переждать немножко с обходом. Их поселение горит! Давайте сюда копейщиков побыстрее выстраиваем. Так, вас отправляем ломать все это дело. Давайте зажимаем лучников. Башню мы разрушили с вами. А здесь сейчас... Да, все-таки не стреляют все-таки у нас они. А враг, кстати, немножечко сейчас отошел. Можно начать убивать стрелков. Так, быстро-быстро черепаху включаем. Давайте лучников валите. Давайте, 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 догоните, догоните их. Все, начинаем вот тут обходить тоже. Так, подождите, все сюда. 35%. Ай, поймали мы их все-таки, замечательно. Сейчас мы отгоним лучников и разобьем пехоту. Так, там добьют уже, думаю, в принципе. Вот, готовимся к удару. Гоним стрелков. Так, ворота мы... Баррикады, точнее, мы сломали с вами. Ой, что-то они набросились на нашу конницу. Назад отходим, назад, назад. Надо сначала их нагреть на нашу пехоту. Так, уклоняемся, уклоняемся, уклоняемся. Давайте сюда все. Да, погнали у нас. Так, лучников добиваем. Давайте залп, залп. Так, всадников ударных, давайте сюда сейчас заведем. На корабле не осталось снарядов. Враг отступает. Так, ну все, я думаю, в принципе,
У Британии не осталось шансов. Разбегаются отряды. Давайте их преследовать, надо их добить, чтобы они уже не возвращались у нас. Все, это победа. Все, вернули мы наконец-таки в свою империю, когда-то принадлежавший нам город. Оккупируем его. Единственное, здесь надо будет произвести нам перестройку. Так, хотя вот это, в принципе, я поставил, если честно, пускай будет для найма пехоты. Так, а уничтожили мы Британию или нет? Сейчас мы посмотрим. Да, Британию мы с вами уничтожили. Минус один враг. Надо теперь гунов добивать. Достаточно они у нас тут постояли уже. Так, хорошо. Так, повышение ветерана. Выдвинем армию вот сюда мы сейчас. Эту армию мы отправим помочь Восточной Римской империи. Они решили захватить их провинцию. А мы, естественно, им помешаем. Добейте же их уже. И вот сюда выйдем. Здесь у нас вот эта провинция под ударом сейчас оказывается. Мы не будем штурмовать город, мы его просто возьмем с вами в осаду, чтобы враг не смог атаковать наш провинцию, даже если сможет, то только вот этим отрядом в 11... Вот этим стаком в 11 отрядов, в принципе, мы должны будем удержать. Так, губернатор. Налоговая ставка, пускай будет. Thank you.
Вот и посмотрим, что сейчас Дакия предпримет. Так, а кого нам ранили? А вашу мать, если они убили нашего наследника. Достойная пара. Вмешаться. Кого не убили? Подождите. Естественная смерть. А, у нас здесь умер полководец. Я понял. Блин, у меня прямо сейчас это... Я думал, убили нашего наследника. А, они еще нашу армию обездвижили, я понял. А давайте вот этого агента вырежем, значит. Он опасен для нас. Так, сюда отправим на разведку. Вот тут гуны стоят, кстати. И дальше давайте посмотрим. Так, улучшаем. Вот больше гунов, надеюсь, нету у нас. Нету. Так, эту армию мы уводим. Это пускай пока останется здесь. Так, это мы ломаем. Так, наш легиончик, пора уже высадить. И мы пойдем на нового Трояна Бостера. Иудея. Сразу же выдвинемся туда. Давайте посмотрим, что там у них за гарнизон. Ну, в принципе, гарнизон там слабый. О, и уже агенты попёрли. Аварийный военный союз нам предлагает. Нет, нет, нет. Вот, а сейчас мы поможем Восточной Римской империи. Вот твари. Подозрительная смерть, заказное убийство. Так, колебания у нас тут. И губернатор у нас, да? Надо бы решить эту проблему. Они разграбили и отступили. А мы сейчас их добьем. Ох, ни хрена себе там анаграф-то у них.
Не догоним, жалко мы их. Так, давайте сюда авторитет, натиск. Для полководца. Так, сюда, вот тогда. Стоимость содержания. Доспехи. Для отряда полководца. Так, хорошо. Марш выключаем. Так, смотрите, Дакия снова предприняла попытку отправиться и навредить нашим союзникам. Давайте поможем. Так, они неудачно у нас отступили. Дезинформацию сделаем. Все, теперь они у нас никуда не убегут. Так, тут что можно выдать? Дезинформация, дальность минус 10%, внедрение, дальность перемещения, вот так вот. Ну, кстати, вроде лонгобарды, они не на нашей территории, да, стоят? Они у Лугии стоят. Так, Верун, давайте сюда поля сразу строим, а в Юваве вводим сторожку. Вернем сторожку сюда. Так, а если мы сейчас снимем осаду и вот этот отряд будем атаковать? И все, так намного проще. Мы там сплошной флот, не будем мы с ним возиться. Оккупировать. А этих мы не добьем с вами. Так, надо теперь заняться перестройкой. Так, это мы... Хотя тут можно, в принципе, рынок возвести, да? Оставим. Это мы сносим. Так, это мы сносим. Церковь, да? Ну, можно оставить, тоже перестроить церковь. Так, как у нас здесь с плодородием? Плодородие здесь у нас крайне низкое. Так, традиции легиона. Есть. Так, алиманы право прохода предлагают. Нет, не дадим, не дадим, а то потом начнут нас грабить или еще что-нибудь тому подобное. Так, они требуют в жены. А своих мы варваров не отдаем. Так, у нас там, кстати, мятеж появился, смотрите. Это, скорее всего, мятеж Македония. Мятежники.
Отчаянный поступок, но глупый. Смерть на службе. Блин, они задолбали. Ну кто ж нас где погиб-то, блин, знать бы. Ага, понял. Так, плодородность слабенькая у нас. Давайте здесь построим мастерскую столяра. Так, отступили, да? Ну ладно, а мы захватим. Оккупировать. Мы здесь сейчас сделаем перестройку, нам здесь надо будет обязательно... Так, водоем оставим, перестроим. Таберны построить, чтобы нанимать соглядаев, потому что здесь агенты, я чувствую, какие-то вообще просто злые-злые, ёп. Так, это мы сносим. Это мы чиним. Так, у нас, кстати, здесь что? Улучшить можно стрелковые отряды. Единственное, конечно, у нас здесь будут это постоянные проблемы с религией, постоянные бунты будут из-за того, что у Восточной Римской империи своя религия. Так, и с мятежом надо разобраться. Обязательно надо разобраться с мятежом. Все. Отлично. Так, они нас обездвижили тоже. Вот гады. Давайте сюда еще соглядая подведем. Так, подождите, тут нам надо с провинцией решить проблему тоже, снести постройку. Так, этот легион нам надо будет вернуть обратно. Вот сюда. Так, а ты у нас где служишь? А, я понял. Этот легион нам надо будет в Сирме вернуть. Нам надо здесь добрать Анагры. И тогда мы третий легион перебрасываем тоже на восток. Так, хорошо. Ты у нас идешь на восток. Ты у нас сидишь губернатором. Так, а вот ты где? Ага. А ты, конечно, в не очень удачном месте находишься. У тебя очень мало войн. Тут происходит здесь скучновато, я вижу.
Надо сюда кого-то другого ставить. Так, смотрите, что произошло у нас. Сасаниды взяли провинцию Восточной Римской империи. Это плохо. Кстати, я вот не заметил, а белогунов уже вроде как уничтожили, да? А, я не видел, они вроде не проскакивают более. По всей видимости, наваляли им все-таки. Да, нету белогунов. Так, это кто такие? Иудея. Ответный удар. Идите отсюда. Попытка хорошая, но провальная. Естественная смерть. Да ё-моё, смотрите, сколько у нас людей умирает. А, восстание неминуемо. Испания, ё-моё. У нас же здесь проблема с едой была, я совершенно забыл. Так, ну у нас есть хоть легион небольшой здесь. Слава богу, что есть. Сейчас мы сюда дойдем. Снос гарнизона лагеря. Перестраиваем лагерь. Занимаем поселение. Хватит бегать, битву давай. Так, ускорение врубаем. Так, здесь торговый порт сделаем. Здесь мы продовольственный рынок. Здесь церквушечку построим. Это мы сносим. Надо построить систему водоснабжения нам. А жалко нельзя, кстати, провинции передавать, как в этом, в мини-компании «Последний рыцарь», да, когда захватываешь так поселение и оп, своему союзнику передаешь. You have my attention. Полезная штука была бы. Так, дуй в Сирмий. Шпиона подвели, агенты разбежались, вражеские. Так, мы священников не можем набрать. Щоп, священников. А, вот, кстати. Кстати, а куда у нас воители подевались? У нас же было 3 воителя. У нас здесь был воитель, я помню. Нам воители повырезали, твари. Да, нам воители всех уничтожали. Да, Кия фракция уничтожена. Так, давайте вот тут, тут нам надо жреца нанять по-любому. Здесь нам нужен жрец.
Так, вот здесь надо агентов понанимать. Иначе не достанут нас. Как у них тут дела? Ну, кстати, смотрите, в принципе, Восточная Римская империя пока держит оборону. Отбивает стейки. Уходят они все подбитыми на данный момент. Конечно, какие-то города теряют, но посмотрите, они что подгоняют армии, офигеть. Ну, мы, значит, знаете, чем займемся? Мы будем их прикрывать в этом направлении, потому что на них, если я не ошибаюсь, постоянно нападает Химьяр, Лахмиды на них нападают. Кто еще? Сасаниды. С Саксумом они не воюют, да, пока? Не воюют, то есть захватим вот этот полуостров мы полностью, Аравию. Ну, они, я думаю, в принципе, сдержат здесь пока удары. Так, луги. Варины. Все хотят военный союз, оборонительный союз. А не боевые потери. Так, надо сразу же тут выставить нашего жреца. Есть, так, религия чё? Латинское христианство потихонечку начало подниматься у нас. Замечательно. Чё они так держат своё кельтское язычество? У них, наверное, церковь там построена. Ну да, 5-го уровня, ё-моё. Понятно. Плюс 10. Кельтская религия. Вот, уже смотрите, нашего агента уже вырубили. А мы не можем. Вот и все. Значит, надо сасанидов тихо уничтожить, проклятых. Не добили все-таки. Все-таки убег. Самоцвет у нас появились. Церковь сносим, нам здесь поля нужны. По крайней мере, мы хотя бы обезопасили с одного направления. Чтобы они больше внимания уделяли именно уже врагам. Тут, кстати, может попробовать выдать им, скоординировать военные действия. Вот, давайте, атакуйте их. Так, ну нам надо скоординировать военные действия, естественно, уже против остготов. Отправим сюда наш стек.
Так, займем пока эту провинцию. Сюда. Раскидаем сейчас всех наших военачальников. А нагры появились у нас? Нет, не появились. Через один ход появятся. Ну ладно. Хорошо. Ну что ж, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.